Карательные силы Киева не смогли взять под контроль стратегическую высоту Саур-Могила под городом Снежное Донецкой Народной Республики, где с начала июля заняли позиции силы ДНР. В районе возвышенности и близлежащих сел Мариновка и Дмитровка продолжаются бои, а сдачи точки речи не идет. Напомним, 28 июля взятие Саур-Могилы доложил Петру Порошенко начальник генштаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Муженко. В ходе боев за город Луганск силы Народной армии Новороссии разбили Черниговскую танковую бригаду прокиевских сил. 11 бойцов бригады сдались в плен Народной армии. Тем временем артобстрел жилых районов Луганска прокиевскими силами продолжается. Главнокомандующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков издал приказ о введении мер, применяемых к добровольно сдавшимся военнослужащим украинских вооруженных сил. Цель приказа – спасение жизни украинских граждан, насильно направленных Киевом в зону карательной операции. В рядах вооруженных сил Украины наблюдается резкое увеличение количества военнослужащих, не желающих продолжать братоубийственную войну против собственного народа и отказывающихся выполнять преступные приказы своего командования, говорится в документе. Согласно документу, добровольно сложившие оружие солдаты ВСУ должны быть обеспечены питанием и медицинской помощью, к ним запрещается применять силовое воздействие. Военнослужащие, не совершившие тяжких преступлений на территории Новороссии, могут вернуться к своим семьям на Украине, вступить в ряды ополчения ДНР или перейти на территорию России в качестве временно интернированных лиц. В ночь на 28 июля из ручного гранатомета «Муха» был нанесен удар по зданию «Приватбанка», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На найденной болванке осталась надпись «Это тебе за Одессу». Напомним, 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе украинскими националистами были сожжены заживо более 40 человек, сторонников федерализации Украины.